Здравствуйте все! На прошлой неделе мы с вами начали разговор о мозаике с Евгенией Конде, художником, керамистом-мозаистом из Гвинеи. А на этой неделе мы продолжим разговор и будем говорить о том, какие материалы и инструменты нужны для изготовления мозаичного панно. Вот, например, я держу тарелку. Почему? Смотрите программу, и вы все узнаете сами. До встречи в субботний полдень!